Всем привет, с вами Таня. Сегодня я вам покажу, как пользоваться стемпингом для ногтей, да. Вот, и сейчас я покажу вам, да, какие у меня рисуночки есть и что я вообще буду делать. Как-то у меня есть цветочки, ну, в основном цветочки и вишенки. Буду переносить вот эту вот вишенку, вот, на свой вот этот вот ноготь. Вот. Вот. Для начала работы нам нужен по-любому ацетон и нужен ватный диск для того, чтобы мы начали это все протирать. Берем наш ацетон, капаем две капельки буквально, да, вот. Не знаю, как вам, наверное, не видно, сколько я капнула. Ну, закрываем наш ацетон, ну, наверное, нам больше не понадобится. Мы протираем то место, где мы будем, да, работать. Протираем скребок. Протираем вот этот штампик, да. Начинаем делать. Обязательно все надо протирать ацетоном, потому что без ацетона у вас ничего не получится. Следующее, что делаю, открываю черный лак. Добавляем сейчас на наше место, куда мы будем. Как можно гуще, наверное, да. Берем скребок. Штамп сразу, да, и на ноготь. Вот, такая вот вишенка получилась. Вот, следы видны. И все, дальше также дезинфицируем. Вот, вишенка получилась. Она получилась не такая, как на... Ну, не такая, как она тут на самом деле. Если вам понравился мой обзор, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. С вами была Таня. Всем пока!